Эти 45 минут стали не просто открытым уроком. Это был интересный живой диалог о современной российской государственности, системе управления и полномочиях органов власти разного уровня. Встреча депутата Госдумы с учениками 18-й школы состоялась впервые за всю историю образовательного учреждения. Очень интересно было услышать о том, как он там работает, какие законопроекты достаточно важные он туда внес. Так как, вот, например, законопроект о скорой помощи, о нем уже очень много говорили. И мне, например, я очень горда за то, что именно житель моего города внес такой важный законопроект, который, в принципе, определяет жизни многих людей сейчас. Я познакомился как минимум с очень интересным человеком, знакомство с которым мне может в жизни реально понадобиться. Я узнал достаточно много нового, и это поможет сформировать мне мои будущие цели и амбиции. Формат встречи – свободный микрофон. Вопрос депутату мог задать любой желающий. Шансом воспользовались многие. Что поможет победить коррупцию и как искоренить растущие в городе мусорные свалки? Почему в системе образования наблюдается ажиотаж вокруг рабочих профессий? И как не допустить истребления лесов в Архангельской области? Неравнодушие подрастающего поколения, вовлеченность не только в обсуждение, но и решение актуальных для общества проблем, депутаты пришлись по душе. Это как раз то поколение, которое будет в дальнейшем управлять городом, управлять страной. Кому как не им сегодня рассказывать о том, как это было, как это будет и что можно сделать для того, чтобы жизнь стала лучше. Проявили школьники интересы к политической истории России. И, может быть, кто-то из сегодняшних учеников скоро заявит о себе не только как избиратель, но и в качестве кандидата в депутаты.